Хаюшки, друзья, с вами StevePro, и сегодня я покажу домик для выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, этот домик я делал сам, и он получился довольно классным, и как вы только зайдете на эту карту, вы появитесь вот в этом месте, друзья. Собственно, что же, здесь ожидает кит-старт, это такой бонусный сундучок, в котором лежат золотые вещи, золотая броня, также он дается лук. Вы знаете, что золотые вещи ломаются быстро, но они немного зачарованы. Поэтому, друзья, это кит-старт. Вы добываете алмазы, добываете то, что вам надо. И, друзья, уже начинается ваше выживание, что очень классно. Собственно, дом снаружи выглядит вот так. Он, можно сказать, двухэтажный, считая погреб и крышу, друзья. Собственно, первый этаж у нас освещает это камин. Дом не сгорит, потому что он деревянный. Ну, а внизу, можно сказать, в подвале или в погребе у нас находится портал в ад. А также находится один механизм. Это скрытый блок. Друзья, в данный момент у нас участвует печка. И сразу скажу, что печка необычная. Внутри нее лежат довольно ценные вещи, которые вам помогут в выживании. Да, они вправду помогут в выживании. Портал был пририсован, так что он прогрузился довольно быстро. Там я ничего не делал. Там вы, наверное, можете даже найти крепость. Собственно, на втором этаже у нас находится комната отдыха. Здесь вы можете посидеть, посмотреть, повтыкать телевизор. Но если вам все надоело, вы можете подойти к компьютеру и поиграть в нашем мобильном Майнкрафте, друзья. Это очень классно. Собственно, дальше нас ожидает поход на крышу. Там вы можете уже просто поспать, хранить свои вещи в сундуках, что-то жарить или что-то крафтить в крафте, что очень классно. Собственно, теперь пора выходить наружу и смотреть, что у нас находится там, друзья. А также на втором этаже у нас работают светильники. Ну, собственно, камины, правда, классные, друзья. Здесь немного пустовато, это можно доработать. Ну, а речка у нас чистая. А также здесь есть лава, друзья. А там есть у нас очень классная пещера, которая довольно глубокая. А также, если надоело все делать, вы можете очаровать вещи вот в этой очаровальне. Или просто посидеть на бревне и посмотреть на это озеро. Но если вам надоело смотреть, вы можете отправиться к этому блоку, взять удочку и начать ловить вашу первую рыбу. И, друзья, это будет очень классно. Собственно, скачивайте карту через описание. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.